Самая правильная картина мира реальности для предпринимателя – это реальность игры. Это когда ты понимаешь, что ты компьютерный персонаж, ты находишься в игре, у тебя есть определенная миссия, например, там, заработать денег, принести какую-то пользу, еще что-то сделать, и ты вот играешь. И реальность, то есть все, что ты воспринимаешь, все персонажи игры, все какие-то объекты, здания или там, ну, вообще все что угодно, это есть твои взаимоотношения с игрой, взаимоотношения с игроком. Ты можешь с ним разговаривать, ты можешь писать тексты, но если вот погрузиться глубоко вот именно вот в эту вот модель мира, в модель игры, что ты играешь, а не ты проживаешь, там, и кто-то хочет сделать тебе больно, то результаты получаются самые большие. Илон Маск говорит, что есть лишь 1% вероятности, что мы не в компьютерной игре. Поэтому попробуйте погрузить себя в эту модель и посмотреть, что получится.